can't forget about you. But I can't forget about you. Вот, ребятки, сделал я афиши. Посмотрите, что получилось. В принципе, мне кажется, интересно. Я не хотел заморачиваться, наш логотип и что, когда, что будет. Сейчас вот на эту афишу их повесим. И все. У нас сегодня, кстати, какое-то мероприятие возле дружбы. Оркестр сидит, играет. Всем привет, ребятки. Давно не снимаю влоги, потому что вообще нет времени. Вообще. Какой-то дурдом. Еще у нас Алинка сейчас здесь. Мы стараемся с ней видеться, какие-то делать идеи. Вчера вот этот весь день потратили мы на прическу. Я потом просто вырубилась без ног, потому что очень трудоемкая работа. А сегодня мы опять что делаем, ребята? Путешествуем. Да, путешествуем, отдыхаем, конечно. Работать мы едем. В смысле, едем, да, далеко. Путешествует он. Да недалеко здесь, в принципе. Сегодня, кстати, будет третья ночь, как Амалия будет у бабушки. Вот. И у меня какие-то непонятные ощущения. Я вроде бы сцеживаюсь, то есть... но у меня почему-то такое ощущение, что у меня температура. Хотя я мерю градусником, у меня 36,4, 36,6, ну то есть как бы нет температуры. Я не понимаю, что это такое. Но лактостаз, ну, не знаю. От чего может быть лактостаз, если я сцеживаюсь? Причем правильно, то есть я не только переднее молоко сцеживаю, но и нижнее вот это. Меня учил мамолог, как правильно сцеживаться, когда у меня были лактостазы, когда я только начинала кормить. В общем, я ничего не понимаю, как бы перегорать оно не может. И девочки так говорят в инстаграме, что перегорать молоко не может. Оно уходит постепенно, особенно после года кормления, оно просто уходит постепенно. Но перегорать оно не может. Не знаю, почему у меня такое состояние, самочувствие, как будто у меня, ну, температура. Но ее нет, что непонятно. Амалия хорошо поживает у бабушки. Идеальный ребенок, никакого стресса у нее. Просто отлично себя ведет. Спит с ней в обнимку, почти даже не устраивает истерики ночью, потому что нет груди. Она чуть покапризничает, мама ей даст водичку, она обнимает маму и дальше спит. Так что мне кто-то писал, что как вы можете ее оставить одну. Ладно, я тупая малолетка, но мужик-то взрослый, без башки. Что, не можешь с ребенком посидеть, я не пойму. Да. Вообще... Он у меня просто дурачок. Него видно, мне кажется. Нет, на самом деле, не знаю, как у вас, но у меня и у моих знакомых очень многих, кто очень хорошо знаком, так скажем, со своими бабушками, те вообще идеальные дети, когда нет родителей. То есть, понятное дело, если ваш ребенок постоянно сидит только с вами, он и будет хотеть быть только с вами. Но поскольку, например, Амалия любит маму мою, Виталину, вот, то она как бы спокойно остается, особенно с моей мамой вообще. Легко, потому что она не первый раз просто у нее ночует. И она с ней как шелковая, как появляюсь на горизонте я еще с этим достоинством, все. До свидания. Так что, такие дела, не знаю, что там будет дальше, посмотрим. Пока что вот так, плывем по течению просто и все. Так, мы прибыли в кафе «Золотое руно» в Безымянке, село Безымянное. Кстати, классное кафе и с виду, и внутри я сейчас зашел, очень достойно. Так, я думал, просто какая-то, ну, забегаловка местная. А это прям, ну, так красивое, богатое место. Ребята, у нас на первой школе открылось какое-то заведение новое. Там картошку можно попробовать. Угу. Ну, типа как в этот, как картошка, да, есть такое какое-то заведение наподобие? Что, пробуй. Говорят, вкусно. Мы еще не пробовали, вот только пришли. Чили. Чили? Ну, пробуй. Острое? Ничего подобного.
Мне кажется, это одна картошка даже. Морковки много. Homescapes. Кто в нее играет, кто тоже в секте, напишите. У меня девки мои подсадили. Мне и так ни на что нет времени, еще играть надо теперь. Лимонад как лимонад. Всем приятного. Всем привет, мы сегодня работаем на 1 сентября, на последнем звонке. Пашка в школе, в третьей тоже работает. С детьми тут преподает танцы, да, вальс им поставил. Ну, показать не смогу. Сегодня, кстати, у нас в спортзале линейка, потому что нельзя проводить на улице. У них двор не огорожен. А сейчас после событий в Казани все перестраховываются и решили сделать в спортзале просто внутри. Никого в школу не пускают. Ой, смотрите, ребята, ё-моё, украдут невесту. Она идет с Калинки Волковой на день рождения. А я сегодня работать в чердак. Ну все, давай, удачно тебе сходить, красоточка. Спасибо. Всем привет, ребятки. Ой, 4-й день шоу-балета, работы подряд. У нас четверга на этой неделе работка. Сегодня воскресенье. Все, у нас теперь затишье до 5 июня. Сегодня я с девчонками, с вот этими. Мы в Gold Star. Все, слава богу, у нас жарище пипец просто. Хочется удариться об воду куда-нибудь поехать. Сейчас что-нибудь замутим. В бассейн вернемся точно. В фонтан пойдем плавать. О, точно. Вон фонтанчик, если видно вам, да? Сейчас занырнем туда. Друзья, всем привет. Мы до сих пор в намордниках. Я думаю, у всех нам тогда ничего не меняется. Мы пришли в киношку, уже год нам, да, не были? Да, ну нет, почему год? Это же когда были последний раз. Зимой, наверное, были. Да, мы зимой. А, на Новый год, да? Я не помню. После Нового года на каникулах. А, на коньки мы ходили. А, да, да, на полгода. Но все равно. Давно я не ел. Кстати, тогда не было фруктового. Я обожаю фруктовый, а Лера я сырный. Я сырный люблю, я который на скале воняет. Да, а я фруктовый обожаю. У нас кайф очень вкусный здесь. У нас в облаках очень вкусно делают фруктовый. Этот кисленький, зелененький, он такой, как яблочко, наверное. Короче, мы идем на этот. Мы хотели на форсаж, но что-то многие были на форсаже. Ну, какой-то обычный форсаж, типа... И мест нет уже. И мест нет, да. Ну... Решили идти на бабушку, про бабушку легкого поведения. Там Рева играет? Да, хоть посмеемся там, что-нибудь может. Надеюсь, интересно. Ну что, ребятки, круто вообще, мы сходили. Нам понравилось, да. Мы не пожалели, что мы не пошли на форсаж, мы даже сюда. На середине фильма, говорю да. Лерке, говорю, да. Я вообще не жалею, что я сюда пришел, и он до конца прям интересный. Ну не знаю, может... Когда дома смотреть, может, не так круто, конечно, как в кинотеатре, да? Сюжет прикольный, то есть, ну, такой, знаете. Зал ржал, как вот на самые крутые комедии, когда приходишь, там просто все вообще валяются. Жаль, жаль. И мы с Леркой тоже. Есть смешные моменты, прям очень смешные. Пару раз я так просто выпал, да. Вообще нереально. Есть там тетка, которая над каждой шуткой обоссывалась, я такая думаю, она что, шуток никогда не слышала. Но мы даже как бы, ну, не, ну... учитывая, что у нас друг... Дима, я не ожидала, я думала, это просто левая шутки, попсовая комедия привыкли. Обычная. Но это... Здесь есть реально прикольные шуточки, над которыми можно посмеяться, поэтому... Да, так что, если кто-то еще застанет наше видео, идите срочно, да, в кино. Да, идите, пока есть возможность. Ну, либо дома типа. Посмотрите, стоит того фильма. Да, вообще. Тебе для галочки возьми, что-то. Сам Рева, он как бы сценарист. Лучше, чем несколько, ну, тех... Ну, это, мне кажется, лучшая часть. Сам Рева сказал, что это самая лучшая часть вот этих трилогий. У него две части уже до этого есть. И он сказал, что третья будет лучше. Еще в Comedy Club говорил, еще все над этим смеялись. Потому что, как правило, все так специально говорят, что шли. Но блин, это реально. Рева красавчик, он меня прям удивил, на самом деле. Mm-hmm. То есть, да, вот да. Прям... Он сам и как режиссер выступал. Он и как режиссер, и он актер. И как актер очень классный. Все, блин, вообще. А как там этот играл просто? Галустян вообще. Галустян Миша сыграл такого чувака. Просто в этот момент увидите, вы выпадете просто. Я выписалась, правда. Блин, ребята, это что? Очень круто было. У меня аж прям до слез смеялись там все.
Так что все в кино. Вот нам принесли какую вкуснятину. А мы сидим и отмечаем крещение вон той малышки. Лера сегодня у нас стала крестной. Поэтому мы заказали такую вкуснятину. Это сливочный суп с морепродуктами. Мидии. Это я забыл, что хачапури. Хачапури с сыром. И, кстати, очень вкусный лимонад. Мы в сборнике рецептур в городе Энгельсе. Все сразу еду снимать начали, как обычно. Не надо, говорит, тебе это фигня. Эй, ты, топотушка. Баба. Что, ходит она, да? И ты, она ходит. Она сама ходит, да, счастливый ребенок. Ехай, клево ходить. Всем привет, друзья. Я сегодня в жюри конкурса вот этого «Волжское созвездие талантов». Мы с Ириной Владимировной в жюри. Отжурили целый конкурс. Сейчас будем награждать такими красивыми кубками. Сегодня реально, кстати, очень крутой конкурс был. Не ожидал вообще ни одного диплома третьей степени не дали. Минимум второй, первый и лауреаты. Одному коллективу дадим гран-при. Еще добавить, мне особенно понравился коллектив из Костяковки. Я вообще не знал, что там такой коллектив есть. Огонь вообще, ребята. Массовые там человек по 40 вообще на сцене людей было. Жалко, что не могу записывать, потому что все равно забанят музыку. Хотел вам бы показать, но меня удивили. Я там жил, я не знал, что там такие дети, что есть такой руководитель, такие постановки ставят сильные. Мы дадим диплом открытия фестиваля им, они очень классные. Ну, гран-при немножко они не дотягивают по качеству хореографии, но костюмы, огонь, вообще массовость, задумки такие интересные. Просто молодцы, ребятки. Ну все, ребятки, конкурс закончился. Гран-при получили гран-па. Гран-при у гран-па. Это наш местный коллектив. Они тоже молодцы. У них сегодня очень было много номеров и очень много достойных. И они как... Гран-при просто вручалось одному коллективу, самому лучшему. И вот выбрали именно его. Я бы, конечно, дал бы Квасниковке. Я был за. Но по хореографии они немножко слабее были. Они взяли массовостью, костюмами. Ну и я вообще удивлен, что в Квасниковке вообще есть такой коллектив. Такие... Столько много людей просто меня удивило. Там я жил в этом селе 6 лет. Я не ожидал, что они такие классные. Их можно уже на городские мероприятия, на такие основные, на торжественные брать. Вот. Все, я иду домой. Сейчас мы с Леркой собираться будем уже скоро. У нас сегодня вечером шоу балетом. Аж 3 места. Сейчас моя мама придет, останется с Амалией, побудет. Не знаю, на ночь, наверное, ее будем отвозить к Леркиной мамке, потому что сегодня было что-то. Просто ночью пипец был полный, она где-то часа полтора орала, как резаная. Просто не... вот 9 дней она, считай, с ней пробыла. Днем вообще на сиську даже толком не смотрел. А вечер настал, ночь, все. Все, началось у ней просьба сиськи. Ей ее не даешь, она орет, как резаная, и все. И не спит. Наверное, надо как-то отключать, чтобы она просто... Ночью просто, когда орет, все соседи не спят. Мы не спим. Не знаю, что с ней сделать. Она просто ко мне вообще не идет. Только к маме. И орет. Потому что она ей не дает сиську. У нее уже там молоко стало пропадать. Мы решили, ну, все равно все-таки на своем стоять и не давать. Вот сейчас опять начнет давать. У нее опять начнет молоко приходить. Короче, вот такая у нас проблема. Ну, думаю, вот решить ее именно отвозить маме на ночь. Хотя бы утром забирать, вечером поздно отвозить. Чтобы спала с ней, потому что она с ней вообще прекрасно спит. Потому что знает, что мамы нету, сиську не просит. И вот так вот, может, хотя бы забудет, отвыкнет. А к нам пришла бабушка и опять забирает Амалию. В сумке. Да при чем звали? Че, вся? Ей понравилось, прикинь. Понравилось у бабушки. И в сумке.
нельзя показывать просто, потому что сегодня был ад. Я уже сказал. Все, вот так и будем тебя носить теперь в сумке. Глянь, глянь. А ну сейчас так сделала. Гляньте, гляньте. И ножки так сделала и сидит так. Бабу, а маму? А маму? А папу? А папу? Папу целуй. Папу будешь целовать? Папу. Папу. Не хочет папу. Поцелуй папу. Он тут бегает, все тебе носит каши. Мало. Бум. Так, воздушный поцелуй. Поцелуй папу. Она на ручке хочет. Опа. Так, давай вещи собирай. Поцелуй папу. Мать твою мать. Извиняюсь. Мама. А папа? Папа, молодец. И бабушку. Скажи, я хочу, чтобы мы жили все вот втроем. Все вместе запали на ветерной кровати. Не, она, ты с нами бы была, она так же орала, потому что она рядом. Она чувствует ее и просит. Всем привет, друзья. У нас началась прям уже конкретная подготовка к нашему концерту. Я пришел в ленту. Надо закупиться детям, потому что делаем после концерта. Концерт, кстати, через 2 дня уже. Мы делаем после концерта типа чаепитие, но у нас будет как бы лимонада питье, сока питье, чая не будет. Ну, сладости, кока-кола, там все такое. Надо как-то поздравим их заодно, наградим грамотами в этот момент. И у нас приехал к ленте, у нас тут чувака эвакуируют, встал на место парковка для инвалидов. Кому-то не повезло. Эх, прям не успеет, наверное, сейчас выйти. Закупается. Сейчас его закинут на эвакуатор. Реально, они подъехали, вот прошло прям 2 минуты, и они уже ее грузят. Просто реально, ребят, не оставляйте машину на таких местах, думая, что просто вы успеете выбежать. Вот чувак не успел, просто 2 минуты, и машину эвакуируют. Ребят, смотрите, у нас сегодня 1 июня, во дворе делают праздник. Я обалдела, у нас, по-моему, это из 3 котов, из мультика, там персонажи, диджей вон сидит, смотрите, на лавочке, то есть прям кто-то заморочился, управляющая, наверное, компания какая-то или кто-то, я не знаю. Но, знаете ли, можно было чуть попозже сделать, потому что время на улице... Ой, время на улице, господи. Время сейчас 10:13. Но, типа, если бы они сделали попозже, детей было бы, ну, больше. А сейчас, да, мне кажется, еще... Сейчас же каникулы уже, дети не встают так рано. Кто-то только спит, он до 11:12. Как выходной день. Ну, так-то молодцы, конечно. Ну круто, да, что у нас тут проводит кто-то. Ну это направляющая компания. Кто вот красит наши дома. Угу. Миш, у нас елки поставили во дворе, вон сколько. Да, кстати, смотрите, у нас елки посадили. И вот здесь тоже. А мы сейчас поедем делать вот этому человеку, поедем ставить сейчас прививку. Вчера выпили зодок, да? Капельки, нам сказали, перед прививкой, перед этой сделать. Мы уже ходим вовсю. Вот так. Мы вышли на улицу, у нас сегодня так прохладненько. И все.
Ну все, пошли. Сегодня, видишь, никуда идти нельзя. Друзья, у нас Лерик поймала какую-то, не знаю, гвоздь, проволоку или что. Но тут прям колесо спускает нормально так. Когда стоит, прям за минут 10 на обод спускает. Я вот подкачал. Мы доехали к ее папе на шиномонтажку. Кстати, смотрите, какой здесь ремонт. Он так круто сделал. Пит-стоп назвал, шин-сервис. Классно. Кому надо, приезжайте на Степной улице. Покажу вам, просто чтобы понимали, где. Вот пересечение Степная Волоха, перекресток. Здесь вот стоянка. И здесь монтажка. Все, мы пришли смотреть. И мой крестный, его жена Марина. Тёлечка, бабушки моей, родная сестра, дядя Серёжа, её муж. Короче, мы всем семейством пришли смотреть на Вероничку. Ну как, Вероник, тебе понравилось? Вот она самая красивая наша. Здорово, да? У нас артистка. Да. Вероник, улыбайся. Понравилось тебе выступать, Вероник? Да? Будешь еще выступать? Отлично. Тут на сцене ажиотаж. Фотосессия у топотушек. Вот руководительница, моя сестра Ирина Владимировна. А это руководительница, основатель коллектива Людмила Шавырина. Здрасте. Ребяточки, привет! У нас подготовка, генеральная репетиция. Хочу показать вам, как светится. Вот видите, в зале темно. Так, аккуратней. Вот так будет светиться наша молния на сцене. Это классно вообще. Вживую вообще отлично выглядит. Ну, у нас здесь центр не будет. Знаешь почему? Потому что вы выходите ленты вдвоем. Обручи вдвоем. Вы будете вот здесь. А так все при свете. Это выглядит обычная лампа. И это светится уже не так. В темноте будет вообще круто. За бетонкой. Че, давайте начинать потихоньку. Ребятки, всем привет. Мы уже собираемся. Все девчонки красятся. Мальчишки постриглись. Вот оно надо. Че? Оно надо, разбило. Ну, ты как всегда. Че, давайте, у нас полтора часа где-то до начала, да? Или, нет, побольше. Побольше сколько? Ты не поругай это. Два, по-моему, чем-то. Два с половиной часа еще. Два с половиной. Ну все, отлично, мы пошли. Мы с Пашей занимаемся там всякими организационными вопросами. Девчонки собираются, потом мы будем. Все, ребятки, готовность номер один. У нас все готово. Дети заряжены. Че, готовность номер раз. Я не помню, там надо посмотреть сейчас по расписанию. Девчонки, красотки. Я уже тоже. Препарами. Все, мы отвыступали, уже открываем шампунское. Спасибо нашей Тонечке. О, Господи, я это сделала. Это было настолько круто, насколько вот только может быть круто. Ну да, мне тоже прям, я не ожидал. Что... Дети, вам понравилось? Да! Классные, да, ощущения, когда ты на сцене и концерт только для тебя? Все, ребятки, дети ушли. Мы теперь шоу-балетом отмечаем. Лера снимала все в прямой эфир. Прямой эфир будет в Инстаграм. Лера снимала.
У тебя на странице, да, в Инстаграм прямой эфир? А сколько он будет там лежать? А, все время. Пожизненно. Все. Кто хочет посмотреть наш концерт, можно увидеть прямой эфир в Инстаграм. На самом деле, там конверт пустой. Так, ребятки, мы уже перевестили. Так что продолжаем тусить. Да, я завершила ГВ, мне теперь можно. Чемпионат вот наши коктейли. Немножечко под шафе сегодня будем, да, девочки? Да. Ну, какое да, событие? Конечно. И на Насе так, да, конечно. Ребятки, мы заказали еду. Откуда вы угадаете, да? Ну, Макдональдс, откуда же еще? Но зато все вкусно, привезли быстро. Сонька вон за место няньки. Не получается, да, не получается. Как маме с папой хочет. Все, пошли. Ребята, у нас у Алены день рождения прозвенел. У нас тут мы сбор, я даже не знал, кстати. Пока уходите, уберите пока. Или просто сзади. Дай его. Нажимай кнопку лифта. Какая красивая, сядь по полу. Но мы в этот раз два раза, потому что первый уже был. Я даже подержу тортик. Макияж и макияж. А как глаза-то? А мы сейчас просто... Да, вот так сделай. Все не покажешь теперь. Очень возьми, Паш, скажи, и она не в состоянии. Здравствуйте. Даю вам Алену. Да умойся еще раз. Сейчас сразу в душ просто. Ты жива? Тебя держать? В смысле, я не вижу, передурок. Все, я тебя убью. Вот смотри. Так, человек, вот, нам тебе вода. Хорошо, что мы это на улице сделали, а не в лифте. Коптова сразу в душ. Пошли. Ой, какая я красивая. Зато макияж смыла вообще. Мороженое. Как смыть макияж? Мороженое. Смотрите, просто новый рецеляр. Алён, Алён, прощайся с человеком, пожалуйста. Это твоя корона. Понял,